пойду сейчас подожду. Нет, ты не надо эти сандалики, а бывает, вот эти сандали, ну тебе будет их трудно всадить. Меня видно? Потом. Тебя не видно. Мама, купи мне эту ладу. Ну тогда бывает. Да, да. Мама, ну как, нет. Сколько раз нет, я переносила и обувал хорошо. Да. Так, ну что, всем привет. 10 часов у нас, я готовлю обед. Уже даже не знаю, что готовить, если честно, все сочиняю на ходу. В общем, сегодня, что я сочинила, это... утиная грудка, и будет сейчас она вот обжаривается, и потом сюда буду добавлять квашу, обычную, вернее, капусту, будет тушеная капуста с грудкой. Вот такая вот капусточка получается, здесь капуста с мясом сразу вместе, мама, с морковкой, с луком и с болгарским перчиком. Мама, вот сейчас еще томатик добавлю, что? Это она уже начинает коричневеть, ну, она да, должна быть оранжевая. Ну это сейчас я томатик добавлю, и она тогда будет оранжевой. И она как бы впитает в себя, да? Угу. Браво, любимое блюдо. Сейчас еще надо какую-нибудь кашу сварить. Так, вот такая вот уже красивая, как Гриша сказал, оранжевая капуста получилась. Сейчас я буду все пробовать, что не так. Чего там сахара даже может добавить, потому что здесь томат, может быть очень кисло. Добавлю, и в конце уже здесь уже порубила зелень, у меня только петрушка, укропа нет пока у нас, и чесночок. Вот, вот это все в конце добавляю, когда уже выключу, а сейчас, в общем, будем все пробовать. Здесь компот еще доваривается. Григорий здесь что-то сочиняет опять, да, сынок? Играю. Кто наш сказал, тут? Что сочиняю? Я уже посочинял сегодня. Да, Гриш сегодня еще один рассказ на... Как он называется, Гриш? Конфетный мир. Конфетный мир, точно. Ну, ничего, такой интересный получился, да? Угу, так себе. Для меня так себе. Не очень? Как-то так. Тебе понравилось? Мне, да. Давай, я пошла тогда петрушечку еще повяжу, хорошо? Угу. Ну как, сыночка, тушеная капуста? А? Что? Кушаю! Ну, она вкусная или нет? Особенно с этой. С гречкой? Угу. У нас уже 3 часа. И, в общем-то, я повытирала пыль на кухне. Мама, сейчас идем продолжать вязать. Гриша вот пойдет помогать дедушке. Что ты там будешь? Я петрушечку? Я хочу одну ловушечку сделать. Не надо никаких ловушек. Ты что, хочешь просто петрушку привезти? Не знаю, бабушка сказала помочь. Ну давай, я пошла туда повяжу чуть, ладно? У нас сейчас петрушка. Сколько мы? 349 уже сделали, да? Еще немножко осталось. Да. Так, Григорий поможет сейчас мне убрать под навесиком, да, сынок? Не помогу, а сам убежать. Да, я пошла приготовлю обед, потому что нам завтра ехать, ну вернее на завтра уже обед, то что нам завтра в Динскую ехать, очень там много дел. Я думала, сегодня опять. Да, и Гриша, что ты делаешь у вас? Ну, вот так что это. Пошла готовить кушать опять. Так, что хотела рассказать. Уже у нас вечер, 8 часов. Уже на улице темно. Антошка пошел до Даши. Уже стемнело, сейчас Гриша с фонариком. Для них это такая радость, Сафони. Они вдвоем пошли с фонариком. Их забрать, в общем, Антошку. Но для них это прям радость. От нас тут уехала наша очень хорошая подруга. Вот, не стала ее снимать, потому что что-то не знаю, как-то не дошли руки, хотя прикольно мы посидели. Ой, что-то шторы. Вот, в общем, повеселились, поели, как это называют, леща. Вот, я вчера, в общем, сегодня тут угостили лещом, и он мне звонит, говорит, лещ вообще крутой. Я говорю, так, может, дать леща? И идет со мной как раз та подруга. Я ей там чуть не дала леща. Вот. Ну вот она все-таки сегодня его попробовала. И, в общем, посмеялись. И нарвали петрушки щавля на борщ. Я доварила борщ. Заодно очень круто, знаете, приятное с полезным. И поболтать, и что-то еще приготовить. На завтра, потому что завтра едем в Динскую. Сейчас буду писать список, что нам нужно купить Григорию к школе.
кроме портфеля и пенала, нужно практически все. В общем, получается, что рубашки на него еще не стали маленькими. Но мы вчера на кооперативном одну купили новую, все равно на 1 сентября и на праздники, чтобы он шел в свежей белой рубашке. Все остальные тоже, ну, хорошие, белые, чистые. И они на него отлично, то есть не вырос он слишком с рубашек. Вот, так что они остаются, они белые, потому что я все белые рубашки, белые майки стираю вместе. Ну, то есть отдельно от всех светлых других вещей. Вот это вот то, что белое, я его именно с белым, ну, еще кимоно иногда туда кладу, если оно не черное. То есть если оно просто после тренировки, которая не включала в себя валяние по спортзалу. Вот. Что еще? Ну, там маечки нужно, как всегда, спортивную нужно, две футболки белых. У нас форма физкультурная, это шорты, либо штаны темные. Вот штаны и шорты нужно купить. И две футболки на сменку. Вот. Кроссовки у нас есть. Носков нужно побольше беленьких. Я люблю, когда он в белых носках ходит. И что еще надо? Брюки надо, это самое главное, что нам нужно, потому что жилетка на него тоже нормальная, черная, а брюки нужны, двое брюк. Нам в прошлом году двое брюк вот вообще просто и успевали и сохнуть, так что двое брюк нам достаточно. Вот, Антоха пришел. Ну как ты там, Даша, сынок? Завтра я сказала Даше мне еще прийти домой. Да, хорошо, вы там играли? Да. В новом доме? Да. Молодцы, тебе понравилось, сынок? Мам, а завтра в обед... Я могу прийти к Даше? В обед нет, ты же скажи, что ты в садике, завтра же это рабочий день. Мам, а еще сколько дней осталось? Ну, если сегодня вторник, то сколько дней осталось? Среда, четверг, пятница. Три дня. Мам, значит, можно я после садика к ней приду? Ну, если Даша придет и скажет, что можно к ней, что они ничем не заняты, хорошо? Они там ничего не... Только мама была занята. Привет. Я сходил за Антошкой. Ну как, классно было с фонариком-то идти? Да, я это... И хорошо еще, что я это... Знаешь что? Грызи ты ногти свои. А, еще хорошо. Что хорошо? Что я... У меня снялся запрет. А рыбы на... А вон лежи, бери кушай. Мама, Антоша еще целую неделю. Да? Я один же все. Так я уже помылась, теперь дети моются. Тут у них мыльные пузыри во все, в общем, супер. Мам! Скажи, какой у тебя пузырик-то на дом все. Да, видел, кто-то светится. Ага, и еще он разноцветный, да? О, она. И вот он такой у меня. Да. И тут как-то запас натомрил. Да, он такой разноцветный, да? Вот, посмотри сюда. Ну, как-то там Гриша. Что-то мешает. Да, Гриша просто уже обмылся. Угу. Вы видели, как он меня? А я как он мне. У тебя. Мам. У нас, представляете, 11 часов, уже все спят давно-давно. Я решила убраться прямо на кухне. Что я сделала? Сегодня вообще днем повытирала пыль. Но обязательно нужно в ближайшее время помыть фасады кухни, потому что они уже оставляют желать чистого. Вот. Завтра мы едем в Динскую с мамой, с Гришей. Гришей, я уже, по-моему, говорила, да, покупать канцелярию, брюки нам нужно купить. В общем, такое же подготовка к школе. А, что еще нам нужно на этой неделе? Обязательно помыть портфель, пенал почистить, то есть все прям подготовить. А одного пенала, по-моему, там что-то с молнией, но дедушка Саша нам все это починит, я надеюсь. Вот, и, в общем, кухню убрала, чтобы завтра позавтракать было приятно, и чтобы еще завтра и, ну, в общем, когда мы приедем в обед, все было чисто. Еще куча планов, в соцзащиту хочу сходить, по поводу госпомощи узнать, господдержки, по-моему, как-то так называется, вот, сдать документы. Там самая главная справка о заработной плате мужа, потому что у меня, получается, никаких... Сейчас выплат вообще не соцзащиты, ничего не делают. То есть мы на одну зарплату живем. Вот. И все.
завтра зайду, если получится все документы собрать, то сдам, мне, значит, в следующий раз. Но по максимуму куча дел в Динской, прям куча-куча. Нужно обязательно посмотреть, где продаются коробочки, потому что мне заказали пряники на 1 сентября, их же нужно во что-то упаковать, и если завтра ничего не найду, то в Краснодаре буду смотреть там в магазины именно с доставкой в Мышастов. По почте, не знаю, либо если будет свободное время, съезжу за коробками. В общем, нужно посмотреть, где коробки продаются для пряников, чтобы на 1 сентября упаковать их красиво. Вот так вот, так что будем с вами делать пряники к 1 сентября. Уже там, ну, в общем, мне одна девочка написала, скинула фотку, какую она хочет, и все, поэтому фотки я буду делать. Вот, так что вот так вот. Ладно, все, пошла я отдыхать. Всем вам огромный от нас привет. Всем пока и всем привет. Вот, увидимся с вами завтра. Завтра в Динскую поедем. В общем, я рада. Люблю куда-то ехать. Мне кажется, тогда там все равно жизнь крутится немножко быстрее, чем у нас на хуторе. Мне это нравится. Но хутор я свой обожаю, ни на что не променяю. Люблю такую тоже и медленную жизнь, то есть в каждый день в таком бурном ритме города я бы не смогла. Мне нужен этот отдых, этот медленный, размеренный распорядок дня. Я вот это ни на что бы не променяла. В общем, всем до завтра. Пока!